Всем привет. Начну с интересного. Здесь были куча пней и корней после корчевки. 2 недели назад они сгорели, сегодня мы вывозим остатки. На улице мороз, 2 недели прошло с тех пор, как визуально все потухло. А здесь прогребли и увидели, что процесс горения еще идет под землей. Земля горячая, идет дым. Ну а теперь по теме. Что тут произошло? Произошло вот это вот сгнило, чи как оно, я не знаю, что, как оно произошло, вот это вот фигня. И получается выдавило прокладку. И термостат, вот он, болтается и пропускает. Такая фигня получается. Пропускает, короче. Понятно. Все, сейчас заменим. Качество-то соло такое, да? Я думаю, да. Конкретно выедает. Угу. Это вес на частичку поменяю, а потом уже на базе, там, когда выходной число поменяю. Ну да, помню, понятно. Это будет надо. А тут прокладка есть, да? Да, да. Благо был в наличии корпус. Механизатор увидел течь, вовремя среагировал, слил тосол. Прогнил корпус термостата. Причем так, как будто его подбивали зубилом. Сейчас в полевых условиях заменим корпус, вольем обратно тосол и поедем дальше. За 15 минут устранили проблему, заливаем тосол и едем дальше. Всем советую в наличии иметь такие мелкие детали, из-за которых можно просто остановиться и сорвать производственный процесс. У меня все. Желаю всем не ломаться. До новых встреч на канале.